наш магазин. Прошу, месье. Ваша папироска шкварчит? Это в груди моей шкварчит. Чего? От любви. Пардон. Тут у меня внутри, Броня Прокоповна, завелся к вам такой стремительный карамболь. А, все это кавалерские насмешки. У вас столько барышень. Броня Прокоповна, я не оставлю свою душу лишь бы где. Разве там, где ваша душа? Если б заглянуть вам в душу. Так вы бы там увидели, что золотыми церковно-славянскими буквами написано «Броня Прокоповна Серкова». Если бы золотой ключ от вашего сердца лежал бы уже в кармане души моего сердца, я бы каждую минуту открывал бы его и смотрел бы. Смотрел бы. А, если бы это была правда. В груди моей Везувий так и клокочет. Решайте судьбу мою несчастную. Прошу вас руку и сердце. Ой, мама моя, я так встревожена. Да любите ли вы меня? Не обманывайте. Мы ведь так мало знакомы. Так знаете ж, что я никого не любил, не люблю и не полюблю. Как? А кроме вас. Так любите. То есть, говорю вам, кипяток. Ой, страшно. Не беспокойтесь, обхождение понимаем. Ой, я вас очень полюбила. Я согласна быть вашей второй половиной. Только надо спросить благословения. Маменька! Нет, стойте так. Папенька!